Ты при чем здесь паспорт? Он был синий. Синий паспорт. При чем? Он находится до сих пор в СССР. Вон как дрессировали танкистов. Он до сих пор танкист. Во всем одежде, во всем. Ты понимаешь, что он во всем одежде? Он до сих пор в танке. Союз СССР, блядь, просто. И войска все. ГДР. Так же, как и я. Только из силы. Ну, подожди, Вовка Кашкарев, ты был кто? Радист-наладчик или кто? Наводчик, мы были наводчиками. Кто? В танках были, мы наводчиками. В 62-м? 82-й. 62-й. Там. А там еще был кто? В танке еще сидел? Командир был. Так. Был еще заряжающий, был механик. Четыре человека и так. А стрелок? Я был наводчиком, стрелок. А радист-стрелок? Не был. Я наводчик был. Но в танке... Вот так. Человек до сих пор в танке. Ну, ясно. Говорят, нет СССР. Как же нет СССР, если человек... СССР уже нет 20-30 лет, а человек остался в этой форме. Он остался в этой форме танкиста. Вот кому... Это форма... Это не дальняя форма, это афганская форма. Это старая форма. Это форма аванса, видишь, где это, а теперь дальняя. Это нет, 4 года назад дальняя. Волнуюсь тебе, когда жара. Ты в одежде, я волнуюсь. Такой, о Сережке волнуюсь, ну, а тебя больше всего. Поэтому кроссовки подарил тогда. Потому что жара дикая, 30 градусов, а ты ходишь в этой одежде. Мы спасли нас, зимой говорили. Ну, я спас тебя, да. Да, спасибо. Санбой, у чурок я выхватил вторую пару кроссовок американских тебе. А Сергей говорит, почему не мне? Потому что тебе нужнее было. Тебе было нужней. Подошва оторвалась. Ну, подошва оторвалась, приклеим эту подошву. Они... А зимой вот готов. Обалденная вещь, что я тебе подарил. Как ты...